Следственный комитет начал проверку после размещения в интернете видео, на котором молодой человек исполняет зажигательный танец прямо у памятника героям Великой Отечественной. Эти кадры вызвали возмущение у многих пользователей сети. Все происходит в подмосковном Орехово-Зуеве. Парень, имя которого уже установлено, исполняет движение под музыку на фоне вечного огня. За кадром слышен одобрительный смех подруги танцора. Через сутки эта запись была удалена, тем не менее у правоохранительных органов вопросы к участникам инцидента остаются.